Отделение детской гематологии на 30 коек появится в педиатрическом корпусе Одинцовской центральной районной больницы на бульваре Любы Новоселовой. В него будут направлять юных пациентов с отклонениями в анализах крови. Также на его базе заработает блок интенсивной терапии. Необходимая аппаратура уже закуплена в процессе оформления документации. Об этом рассказал главный врач Одинцовской центральной районной больницы Игорь Колтунов на встрече с представителями родительской общественности муниципалитета.